такой радостный день для мамы рождения ребенка, это всегда радость. А когда три родилось, да, это втройне большая радость. Поэтому поздравляю вас, пожелаю вам здоровья, вам, папе. Многодетной мамой Елена Пробенко стала в 33 года, при этом ее супругу 42. У пары уже есть двое детей, один из которых совершеннолетний. Рождение тройняшек стало для них полной неожиданностью, тем более, что в роду, отмечают амурчане, такого прибавления не припомнят. 31 марта этого года в семье Елены и Владимира появились два сыночка и лапочка-дочка. Малышам дали имена Лев, Альберт и Лина. Хотели ребенка, а вот получилась тройная радость. Папа был рядом, сказала, у папы был небольшой шок, впрочем, как и у меня, как и у УЗИстов. Ну, а потом все, смирились, обрадовались. Сначала смирились, потом обрадовались. Артем, Матвей, Максим, Алиса, Ева и Милана. Именно эти имена чаще всего выбирали амурские родители для своих детей в прошлом году. Причем в этом, отмечают сотрудники регионального управления ЗАГС, тенденция пока сохраняется. Родители настолько, видать, счастливы, что у них родились тройни, что, извините, как сегодня говорит молодежь, не заморачивались выбрать какое-то имя изысканное, необычное. Вероятно, они, наоборот, стремились назвать детей, чтобы они были и друг друга дополняли своим благозвучием, созвучием. Первая тройня 21 века появилась на свет в 2007 году в Благовещенске. Более чем за 10 лет многодетными родителями в Преамурье стали семьи из Благовещенского района, Ромнинского муниципального округа, Серышева и Ивановки. За все это время они подарили жизнь почти 20 тройняшкам. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Владимир Кленов, Амурское областное телевидение.